Вы знаете, что наше собрание, наш форум в этом году посвящен памяти Армена Артаваздовича Бунятяна глобально, поскольку это действительно личность эпоха, личность, которая была символом нашего профессионального сообщества в какой-то мере многие годы. Но надо сказать, что благодаря, если так можно сказать, этой пандемии, наше профессиональное сообщество в этом году понесло еще одну тяжелейшую утрату, которая имеет прямое отношение к проблеме клинической физиологии дыхания. Вы знаете, что клинической физиологией дыхания, поражениями легких разного рода много лет занимался профессор Эдуард Михайлович Николаенко, который стал одной из первых, наверное, в нашем профессиональном сообществе жертв этой пандемии. И я хотел бы посвятить этот свой сегодняшний короткий обзор уроков пандемии для интенсивистов, для реаниматологов. Памяти Эдуарда Михайловича, тем более, что многие идеи, которые Эдуард Михайлович активно пропагандировал в нашей профессиональной среде, чрезвычайно полезны нам тогда, когда мы анализируем именно эти ситуации, именно ситуации, связанные с нарушением вентиляционно-перфузионных отношений в легких, что наглядно демонстрирует нам коронавирусная инфекция. Давайте вспомним, что мы готовились лечить на уровне января, февраля, марта. Ведь вы помните, что мы с вами готовились увидеть острый респираторный дистресс, когда начали получать первые сообщения из Китая о том, что происходило в Ухане, когда мы представляли себе, что предстоит нам. Мы говорили о том, что нам может не хватать аппаратов искусственной вентиляции легких, что придется вентилировать нескольких пациентов одним аппаратом, и всякие другие страшилки мы представляли себе. Что же получилось на самом деле? Мы увидели, что у многих пациентов мягкие, податливые, малорекрутабельные в силу этого легкие. Мы увидели, что хорошее самочувствие этих больных нередко сохраняется при очень низких значениях сатурации по пульсоксиметру и истинной сатурации артериальной крови. Мы увидели, что хорошо помогают совершенно простые вещи, высокие концентрации вдыхаемого кислорода и пронпозиция. Мы увидели, что нередко на этом фоне возникает совершенно внезапный финал, который характеризует все-таки наличие гипоксии, хотя гипоксии маскированы определенным образом, об этих факторах я еще скажу. Ну и мы увидели, что главная проблема на самом деле – тромбофилия, которая может появляться совсем не только легочными поражениями, но может проявляться инфарктами миокарда, инсультами и разными другими ситуациями, которые входят в понятие тромбофилии классической. Как мне кажется, начало приоткрывания вот этой завесы над подлинным патогенезом новой коронавирусной инфекции положили итальянские авторы, но среди многочисленных соавторов этой публикации, наверное, самое известное имя Джованни Ландони, который активно дружит с нашими российскими специалистами и много совместных работ у его команды с российскими центрами. Эти авторы выдвинули достаточно хорошо обоснованную, на мой взгляд, концепцию, которую назвали microclots – микрососудистый обструктивный тромбоваскулит легких. Очень четкая концепция, которая совершенно логическим путем обосновывала то, что в действительности в основе поражения легких при остром тяжелом течении новой коронавирусной инфекции лежит не то, что нам привычно, не механизм, известный нам как острый респираторный дистресс, а поражение микрососудистого русла легких при относительной сохранности других компонентов легочной ткани. И на самом деле рентгенологические находки, рентгенологическая динамика достаточно хорошо показывают вот этот путь пациентов от очень специфической картины, которая проявляется только матовым стеклом. Да? Про эти ground glass opacities нам рентгенологи говорили еще
10, 15, 20 лет назад, это известный термин в рентгенологии, да, и потом постепенно эта картина эволюционирует к достаточно неспецифичным признакам консолидации легочной ткани, и на каком-то этапе становится неотличимо от того безумного погрома микроструктуры, макроструктуры легких, который характерен для острого респираторного дистресса, классического, так как мы его знаем. Но опять-таки от специфической картины к неспецифическому поражению. Такой путь проделывает легочная ткань при COVID-19. Ну, хорошо известная картинка из медицинского журнала «Новой Англии», 2000 год. Без нее не обходится ни одна лекция по острому респираторному дистрессу. Я подумал, ну что же, а ведь должна же быть симметричная картинка, здоровая альвеола и поражение при COVID-19. И я действительно нашел такую картинку в приложении к одному из самых авторитетных общенаучных журналов мировых сегодняшних, Nature Reviews Immunology. И вот оказывается, что с одной стороны, ну посмотрите, вся эта весь этот цитокиновый компот безумный из цитокинов, интерлейкинов, эйкосаноидов, простагландинов и всего-всего-всего, что мы знаем. Он похож, да? Экстравазация нейтрофилов похожа. Но давайте попробуем все-таки отрезав левые половины этих картинок, сравнить правые половины. Давайте попробуем найти, ну если не 10, то хотя бы 3-4 отличия. Совершенно наглядное отличие, посмотрите, заключается в том, что в классической картинке острого респираторного дистресса резко выражен интерстициальный отек. Интерстициальный отек. Вот это пространство накапливает жидкость. Но я сейчас не буду останавливаться на чрезвычайно интересном вопросе о том, что такое легочный интерстиций и где он сосредоточен. Морфологи, специально занимающиеся микроструктурой легких, говорят вообще-то о том, что легочный интерстиций сосредоточен только в определенных местах, и он не везде присутствует. Вначале, вы знаете, говорили о том, что есть тонкая зона и толстая зона. Толстая зона – это там, где пузырьки пены, альвеолы, не могут, так сказать, плотно прилегать друг к другу, будучи сфероподобными образованиями. А сейчас морфологи говорят просто о том, что в основном интерстиции появляются там, где появляются крупные макроскопические анатомические образования, вроде крупных сосудов, бронхов и так далее. Но так или иначе, посмотрите, выраженного интерстициального отека нет. А нам ведь всегда рентгенологи говорили о том, что матовое стекло – это интерстициальный отек. На самом деле получается, что это что-то другое, мы сейчас об этом скажем. Еще одно очень характерное отличие. Посмотрите, при остром дистрессе, как показывают нам Ware и Mattei, авторы левой картинки, сосуды обтурированы. Они обтурированы нейтрофилами, обтурированы, и кровотока по ним нет. В то время как на правой картинке, посмотрите, наблюдается вазодилатация. Художник всеми силами постарался отразить то, что сосуд расширен, он имеет больший диаметр, чем сосуд на здоровой, на левой половине этой чудесной альвеолы. Остальное похоже. Цитокиновый каскад, нити фибрина, активированные клетки крови в просвете альвеол, заполнение альвеол отечной жидкостью. Но вот эти два отличия, как минимум два отличия, вазодилатация, в отличие от обтурации сосудов, а вазодилатация, друзья, означает, что раз в этой зоне сосудистое сопротивление снижается, значит, там будет больше кровоток. Это понятно. А вазодилатация, в отличие от обтурации сосудистого русла, и отсутствие значимого интерстициального отека. Отек интраальвеолярный, да, присутствует, может присутствовать во всяком случае, но
не интерстициальный. И вот эти отличия очень интересным образом были исследованы и доказаны в последующем. Посмотрите, что же все-таки такое эти ground glass opacities, эти матовые стекла? Американские коллеги из клиники Mount Sinai посмотрели, что это такое совершенно, так сказать, механическим методом, и пришли к выводу о том, что это действительно легочная сосудистая дилатация, которая доказывается совершенно четко техническими средствами, доступными нам сегодня. Но они использовали вообще транскраниальный доплер. Транскраниальный доплер, но не по назначению, off-label, да, показав, что на самом деле речь идет о непропорциональном увеличении легочного кровотока в этих зонах матового стекла. Ну а там, где происходит микрососудистый тромбоз, о котором говорят Джованни Ландони и соавторы, что мы увидим? Да ничего мы не увидим там. Потому что точно так же, как на первом этапе до формирования инфаркт пневмонии, тромбоэмболия легочной артерии может проявляться обеднением сосудистого рисунка, да? Так же точно и здесь мы не увидим ничего. И вот в этой связи мне вспоминается цитата австралийского исследователя Николаса Сондерса, которую очень любил приводить Эдуард Михайлович Николаенко. Они очень дружили с профессором Сондерсом. Если спросить студента о причинах артериальной гипоксемии, то на первое место он поставит альвеолокапиллярную блокаду. «Не вредно бы эту фразу забыть», — говорил профессор Сондерс. И он абсолютно прав. И в случае новой коронавирусной инфекции COVID-19, вот этого специфического микрососудистого тромбоза, микротромбоваскулита, на самом деле не альвеолокапиллярная блокада, потому что какого-то заметного интерстициального отека нет, а совершенно другие механизмы приводят к артериальной гипоксемии. Давайте посмотрим, что это за механизмы. И для этого нам придется обратиться к очень старому графику, номограмме Рана и Фенна, которая, как вы видите, еще в 1946 году появилась в научном обиходе и которую очень хорошо знал и любил показывать и цитировать Эдуард Михайлович Николаенко. Смотрите, что делается. Когда меняется вентиляционно-перфузионное отношение, оказывается, что, вы помните, в норме мы находимся где-то на цифре 0,8. Вот цифра, которая соответствует вот этому, вот этой примерно величине, да, вот этой примерно величине, где-то так. Но посмотрите, какой это участок с точки зрения парциального давления кислорода в альвеолярном газе. Посмотрите, стоит вентиляционно-перфузионному отношению сдвинуться даже немножко в сторону преобладания перфузии, да, когда знаменатель растет. А гиперперфузия – это именно рост знаменателя в вентиляционно-перфузионном отношении. Вы видите, что происходит резкое падение. Вот сейчас я стрелочкой, курсором показываю эту зону. Да? Вот здесь происходит очень резкое падение парциального давления кислорода в альвеолах. И, соответственно, падение парциального давления кислорода в той крови, которая оттекает от перфузирующих эту зону капилляров. Поэтому на самом деле очень четкий механизм преобладания вентиляции над перфузией, преобладания, простите, перфузии над вентиляцией в зонах матового стекла, преобладание вентиляции над перфузией в зонах микротромбоваскулита, но это не, опять-таки, это не влияет на артериальную гипоксемию, потому что там нет перфузии, там, где она блокирована микротромбами легочных сосудов. И таким образом получается, что перфузия как раз идет через вот эти зоны, которые наши рентгенологи характеризуют как матовое стекло, а в англосаксонских публикациях современных четко написано «матовое стекло, ground glass», гиперперфузия, гиперперфузируемые участки, в которых в силу этой гиперперфузии снижается парциальное давление кислорода в альвеолах и, соответственно, парциальное давление кислорода в оттекающей крови. Похоже, друзья, что мы впервые
массово столкнулись с моделью чистой гипоксемии, если так можно сказать, которая не сопровождается грубым нарушением механики дыхания, свойственным классической рестриктивной острой дыхательной недостаточности, ну, например, острому респираторному дистрессу, когда легкие жесткие, и их трудно расправлять, резко нарастает работа дыхания. Здесь легкие податливые, легкие несложно расправить, больному нетрудно дышать. Нет обструкции, нет в том обычном понимании, как мы ее привыкли видеть, рестрикции. И эта чистая артериальная гипоксемия относительно хорошо компенсируется ростом экстракции кислорода и ростом сердечного выброса. Об этом очень хорошо вчера сказал Андрей Игоревич в своей лекции, посвященной респираторной поддержке при ковиде. Поэтому отсюда те удивительные ситуации, когда пациент говорит доктору в приемном отделении: «Доктор, сейчас я вернусь к разговору с вами», продолжает разговор по мобильному телефону о том, кто будет выгуливать его собачку, а в это время сатурация по пульсоксиметру 84. Мы увидели вещи, которых мы не видели никогда. Но люди, которые занимаются, например, подводной медициной, знают их прекрасно. Что когда это чистая гипоксемия, только гипоксемия, это может продолжаться достаточно долго и относительно долго может продолжаться без нарастания лактата, без нарастания гипоксии, потому что происходит компенсация экстракции, а резерв компенсации экстракции кислорода очень большой, и компенсация сердечным выбросом. Это действительно так. И поэтому вот этот главный урок, который мы вынесли с точки зрения тактики респираторной поддержки, действительно правильный. Не бросайся интубировать пациента с сатурацией 70, с сатурацией 60. Не бросайся, потому что, бросившись его интубировать немедленно, как мы привыкли, ты получишь, скорее всего, гибель быструю. Попробуй компенсировать его высоким потоком кислорода. Попробуй компенсировать простым способом, переворотом на живот, да, я заимствовал эту картинку на одном церковном сайте, где написано, какими способами можно молиться, да, и надо сказать, что помимо вот этого способа, который называется prostrate и соответствует русскому слову простираться по земле, да, существует еще вот такой способ, коленно-локтевое положение, которое в медицине хорошо известно, но здесь оно дается прямо со ссылкой на книгу Исхода. И зарубежные клиники широко используют именно вот такую тактику, потому что многие больные, особенно толстые больные, очень плохо переносят вот такое положение на животе, особенно без специальных подкладок. Вот эти простые вещи помогают. И они помогают именно потому, что речь в данном случае идет не о жестких, неподатливых, легких, в которых перфузия блокирована. Речь идет о том, что нам нужно попытаться весом гравитации перераспределить эту перфузию таким образом, чтобы она уравновесилась каким-то образом с вентиляцией, перетекла в те зоны, которые менее поражены с точки зрения вот этой вазодилатации избыточной. Но надо сказать, что мой опыт анализа ситуаций, связанных с COVID-19, в значительной мере приобретен благодаря общению и тесному контакту с нашим ленинградским Росздравнадзором, за что я должен быть благодарен профессору Василию Викторовичу Пилипенко, профессору-инфекционисту, который, будучи заместителем руководителя нашего Санкт-Петербургского Росздравнадзора, попросил меня еще в самом начале этой пандемии в Ленинграде поучаствовать в анализе истории болезни, поучаствовать в анализе этих клинических ситуаций, которые привели к летальным исходам. И вот этот анализ летальных исходов в разных историях болезни, посмотрите, они очень разные. От вот таких замечательных историй, которые сделаны полностью на компьютере и описывают четко в печатном виде полный статус больного, до вот таких историй, как справа, которые написаны явно в средствах защиты. Вот нижняя запись, например, да? Совершенно четко видно, что человек пишет в затруднительном для него положении. Разные истории, но
есть некие общие закономерности, есть некие типовые сценарии гибели больных. И вот мне кажется, знание вот этих типовых сценариев гибели, которые легко узнаваемы, ты видишь, что ты вступил на эти рельсы, эта картинка тебе знакома. Вот знание этих сценариев, как мне кажется, может очень помогать в работе с такими пациентами. Ну, об одном из таких сценариев мы уже говорили. Нельзя бросаться интубировать больного с низкой сатурацией, не попытавшись вначале компенсировать его применением высокого потока кислорода, изменением положения тела. А другие сценарии я приведу на основе своего опыта анализа истории болезни погибших больных, сопоставляя их с временными методическими рекомендациями Минздрава и методическими рекомендациями Федерации анестезиологов-реаниматологов по анестезиолого-реанимационному обеспечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Давайте посмотрим. Их немного, этих сценариев, по счастью. Сценарий первый, в котором мы, увы, мало что можем сделать. Пациент тучный, очень отягощенный сопутствующей патологией, долго лежит дома, боится ехать в больницу, что нередко бывает у мужчин в особенности. Нарастает цитокиновый шторм и потом острая дыхательная недостаточность. И когда он все-таки сдается, то уже мало что можно сделать. Ну, пожалуй, с этим сценарием мы действительно мало что можем сделать. Наверное, здесь может работать только то, что в советские годы называлось санитарное просвещение. Да? И мы должны в нем принимать участие, тоже будучи анестезиологами, реаниматологами, врачами вот этого конечного этапа. Вы знаете, что есть очень много средств, упреждающие противовоспалительной терапии, как они называются во временных методических рекомендациях Минздрава. Это и таргетная терапия биологическая препаратами моноклональных антител. Это и более простенькие препараты с точки зрения молекулярной структуры, типа барицетиниба, которые блокируют янус киназы. Это и хорошо нам знакомые гормоны, с которыми у всех очень большой опыт работы реаниматологов. Это и селективная сорбция цитокинов. Много способов, много подходов, но тем не менее сценарий номер два имеет место в ряде случаев. Обычный пациент. На пятый и седьмой день начинаются проявления цитокинового шторма. Моноклональных антител к рецепторам интерлейкина в данном стационаре нет. Колонок селективной сорбции нет. Глюкокортикоиды. Доктора говорят, мы не любим. Есть такая позиция. Ну вот мы не любим глюкокортикоиды. И реакции на шторм нет. Много раз во многих историях болезни приходилось видеть такую ситуацию. Увы. В итоге глубокое повреждение легких, тромбозы, полиорганная недостаточность и смерть. К огромному сожалению, в ситуации, где можно было среагировать вовремя, в принципе. Сценарий 3. Обычный пациент, на пятый и седьмой день начинаются проявления цитокинового шторма, ему вводят тоцилизумаб или другие препараты антител, гасят этот шторм. Но дальше все-таки приходится переводить на ИВЛ. Ну, бывает такое, да, мы все прекрасно знаем, я имею в виду инвазивную ИВЛ. И на фоне длительной иммуносупрессии, а вы знаете, что, как говорят наши друзья-ревматологи, препараты типа тоцилизумаба, анакинры, сарилумаба, они выводятся, примерно период полувыведения составляет около 4 недель. То есть происходит длительное нарушение взаимодействия иммунокомпетентных клеток по интерлейкиновому сигнальному пути. На фоне длительной иммуносупрессии развитие нозокомиальных инфекций не заставляет себя долго ждать. К сожалению, такой сценарий тоже встречается, и его приходится видеть достаточно часто, когда потом эти больные длительно, не всегда с хорошим исходом, переживают гнойно-септические осложнения. Показания для перевода варит. Все мы их знаем, но сценарий номер 4. Обычный пациент, на 5-7 день начинаются проявления шторма, его вовремя госпитализируют, наблюдают, стараются помочь, но почему-то не переводят варит тогда, когда есть к этому показания. Что мы можем сделать? В одной из клиник наших баз использовали волонтеров-разведчиков, таких шпионов, которые все время в защитных средствах ходили по палатам с пульсоксиметрами и заполняли формализованную карту. В результате работы этих разведчиков, которые не были медиками даже, отделение реанимации все время имело картину
картину динамики, кто ухудшается, за кем надо наблюдать более пристально. И мне кажется, это хорошее, разумное решение. Запоздание с переводом в реанимацию, запоздание с госпитализацией в отделение реанимации уже конкретно, не в стационар, может приводить к неприятным результатам не так редко. Ну и, наконец, сценарий 5. Пациент переносит цитокиновый шторм и тяжелую гипоксию в отделении реанимации. Реаниматологи побеждают, он вроде бы поправляется. Его переводят в инфекционное отделение, перестают интенсивно наблюдать и спустя в среднем 2-3 суток по нашему опыту и по опыту других стационаров возвращают в реанимационное отделение со свистом в более тяжелом состоянии, чем он был исходно. Очень неприятная ситуация, которая является, ну, трудноразрешимой проблемой во всем мире, но здесь за ней нужно следить особенно, безусловно. Поэтому некоторые выводы. Типовые сценарии плохих исходов, о которых я сейчас говорил, дают возможность вовремя в них вмешаться, как мне кажется, это очень важно. Информация и время – два ключевых фактора – успеха или неудачи. Нужно не затягивать с любыми действиями, кроме перевода на инвазивную ИВЛ. Это мы сегодня увидели очень четко. Нужно по возможности избегать длительной иммуносупрессии, но если она оказалась неизбежной, я имею в виду использование долговыводящихся препаратов, нарушающих взаимодействие иммунокомпетентных клеток, то избегать инвазивной ИВЛ, в особенности на ее фоне. И, наконец, возврат в отделение реанимации – нерешенная проблема по всему миру, но здесь это особенно важно контролировать. И последний момент, друзья, который становится все более актуальным сегодня. Мне задают вопрос, который актуален для меня самого. Я переболел, у меня есть антитела, были, по крайней мере. Но вот говорят, антитела-то быстро падают, а они-то быстро снижаются, а как же мы же можем заболеть повторно? Давайте все-таки посмотрим. Значит, белков коронавируса очень много. Помимо вот этого спайк гликопротеин, который присоединяется к ангиотензин превращающему ферменту, есть еще гемагглютинин, мембранный протеин, envelope small membrane протеин и всякие разные другие белки, и все они продукт работы чужого генома и вызывают иммунный ответ у человека. Я не говорю про NSP, non-structural proteins, которые внутри, регуляторные белки вируса, и они тоже вызывают иммунный ответ. Поэтому, друзья, не удивляют цифры, когда было 37 миллионов заболевших в мире, в литературе было 23 случая повторного заболевания. Хотя антитела очень быстро падают. Те, которые мы можем смотреть, а мы можем смотреть далеко не все. Я посвящаю эту лекцию памяти Эдуарда Михайловича. Спасибо.